Их ждал огонь смертельный. Бойцы 260-й стрелковой дивизии держали оборону в районе деревни Кашовы Жирятинского района. Но противник нанес массированный удар и прорвал оборону. Из 14 тысяч бойцов дивизии в живых остались лишь 700 человек. Остальные остались лежать в Жирятинской земле. В течение 3 лет поисковики ведут раскопки в районе деревни Кашова. За это время были подняты останки 30 солдат. Благодаря сохранившимся медальонам удалось установить, что среди погибших есть бойцы из Тверской области. Сегодня мы находимся в стадии завершения вахты памяти 2011 года, которая проходила на территории Жирятинского района и в котором приняли уже поисковые отряды судебных приставов. Работа эта великая, и есть их результат. В преддверии дня освобождения Брянщины останки 2 солдат были переданы представителям Тверской области. Также на родину отправится и смертный медальон еще одного погибшего на Брянщине бойца Петра Белявина. Спасибо вам большое. Мы доставим на родину останки погибших воинов и перезахороним с отдаянием всех воинских почестей. И примем все усилия для того, чтобы найти родственников и передать им медальон. В завершении церемонии судебные приставы Брянской области проводили тверских солдат на родную землю с воинскими почестями. Елена Смирнова, Александр Друсинов. События, Брянск.